начала вязания нам потребуется набрать 30 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Я набрала 30 воздушных петель. Начинаем вязать со второй петли. Во вторую петлю мы провязываем соединительную петлю одну. Далее мы вяжем 2 полустолбика. 1, 2. Далее нам надо провязать 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Далее мы вяжем 1 столбик с 2 накидами. 1, провязали. Далее в одну петлю нам надо провязать 2 столбика с 2 накидом. 1 и сюда же 2. Я провязала 2 столбика с 2 накидом в одну петлю. Далее мы делаем 3 накида на крючок. И заходим в следующую петлю и провязываем столбик с 3 накидом. Провязали. В следующую петлю мы провязываем точно такой же столбик. Столбик с 3 накидом. Провязали. Теперь делаем 3 накид на крючок, заходим в следующую петлю и провязываем 2 столбика с 3 накидом из одной точки, из одной петли. 1, 3 накид на крючок, сюда же 2. Я провязала 2 столбика с 3 накидом из одной точки. В следующую петлю мы провязываем 1 столбик с 3 накидом. Провязала. В следующую петлю 2 столбика с 3 накидом в одну петлю. 1 накид, второй, третий. 2 петли на крючке провязываем вместе. И сюда же еще 1 столбик с 3 накидом. Провязала. 2 столбика с 3 накидом в одну петлю. Далее мы вяжем 1 столбик с 3 накидом в следующую петлю воздушной цепочки. В следующую петлю мы еще провязываем столбик с 3 накидом. Провязала. В следующую петлю мы вяжем 2 столбика с 3 накидом. 1 столбик,
тройной накид на крючок и сюда же второй. Провязали 2 столбика с тройным накидом в одну петлю. Далее 1 столбик с тройным накидом, 2 столбика с тройным накидом в одну петлю. 1 и сюда же 2. Провязали. Теперь нам надо провязать 2 столбика с тройным накидом в каждую петлю. 1 и в следующую петлю 2. Провязали. Далее мы вяжем 2 столбика с двойным накидом в одну петлю. 1 столбик с двойным накидом, двойной накид на крючок и сюда же столбик с двойным накидом. Провязали. Двойной накид на крючок, заходим в следующую петлю, провязываем 1 столбик с двойным накидом. В следующую петлю нам надо провязать 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Полустолбик. 1 в следующую петлю. Еще 1 полустолбик. И соединительную петлю в конце ряда. Мы с вами связали 1 месяц. Далее, для того чтобы придать ему форму, чтобы он более-менее был у нас устойчивый, 1 воздушная, поворачиваем наш месяц, заходим между столбиками и тамбурным швом по краю мы проходим с одной и с другой стороны месяца. Заходим между столбиками. И так мы вяжем по всему месяцу. Заходим между столбиками и провязываем соединительный столбик. В конце ряда мы заходим в последнюю петлю обрезаем нить такой у меня получился полумесяц обрезаем ниточки приводим в порядок. Придаем ему форму и на свое усмотрение вы можете его декорировать. Это декор из китайского магазина. Здесь можно либо бисером обшить, добавить
бусинку. И у вас получится такой месяц. Спасибо, что были со мной до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. А всем пока-пока.